Get Movies. Канал для всей семьи. Дочери фиксики маленького роста. Нам их и через очки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Хоккей. Сегодня я вас точно обыграю. Ты забыл? Ты один, а мы команда. Посмотрим. 1-0. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Катя ко мне пришла за рецептом. Сейчас я закончу с уборкой и приду. Ничего, я подожду. Мы пока поиграем. Хм, только не в хоккей. Не понимаю, что в нем мальчишки находят? Я, признаться, тоже. О, фиксики! Привет! Привет! Хоть ты в хоккее не смыслишь, но извини, мы доиграем. А потом с папой пойдем на стадион настоящий хоккей смотреть. Сомневаюсь, что там интереснее. Зря. Хоккей – игра жутко интересная, но непростая. Спортсмену нужно столько всего уметь. Шустро бегать на коньках в неудобной форме. Резко тормозить, уворачиваться от противника. Владеть клюшкой, отбивать ворота шайбу. И без науки здесь не обойтись. Например, посчитать силу удара или замедлить скольжение. О, все это игроки осваивают на тренировках. Надел форму с защитой и вперед! А еще хоккеист должен быть смелым и ловким. Вдруг не успеешь затормозить и врежешься в борт. Или шайба по голове попадет. Ой! Но недаром говорят, трус не играет в хоккей. Извини. Бей в борт! Ты опять? Я тебе помогаю, между прочим. Не любишь хоккей? Нечего и подсказывать. Хм, пожалуйста. Второй гол с этой точки. Случайность. Ага, как же. Этого игрока не нужно вперед уводить. Тут нужно бить от борта. Тут вот этого надо на ворота поставить. А говорила, не понимает хоккей. Ну мы играем или нет? Притягивает лед, когда для матча лед за
Следующий гол мой. Дим, Димыч. Пора на матч. Катя, пойдем. Ой, а можно мне с вами на хоккей? Оказывается, это так интересно. Знаете что? Я тоже с вами пойду. Может, и мне понравится. Давно пора. Вперед! Как мы могли проиграть? Мы же команда! У Дим Димыча теперь тоже команда. Причем сильная. Не, просто новичкам всегда везет. Команда! Первый период подходит к концу. Команда Дим Димыча ведет 2-0. Чувствуется разница в классе. Тихо, пасуй! Тихо, сюда! Гол! 3-0! Мы уходим на перерыв. Как нечестно! Их шестеро, а нас только двое. Можете хоть весь ваш класс позвать. Я все равно выиграю. Ты уверен? Ну, Дим Димыч, сам напросился. Дети фиксиков, как и человеческие дети, учатся в школах. Но школы у фиксиков необычные. В каждом классе не больше 10 учеников. Вот в Симкином классе их всего 6. И класс не сидит на одном месте. Сегодня урок проходит в холодильнике, завтра в компьютере, послезавтра в пылесосе. Так фиксики знакомятся с разными приборами и учатся ухаживать за ними. А главное, фиксики учатся работать в команде и помогать друг другу. Сильные слабым, старшие младшим. Это очень важно для фиксиков. Ведь машины и приборы такие большие, а фиксики такие маленькие. Без взаимовыручки им не обойтись. Душа нашего класса – Шпуля! А можно я на воротах, а? Лицо нашего класса – Верта! И лицо, и фигура тоже. Сдаешься, Дим Димыч? Сами сдавайтесь. Не спи! Будете на меня кричать, вообще играть не стану. Ну и команда у вас. Уверенности? Расчета? Красоты? Скорости? Нам не хватает команды! Симка права! Нужно помогать друг другу! Тогда вот что! Ясно! Атака, скрежет, разворот, замена! Безумствует на льду. Один за всех вперед, ура! Давай покажем
Как это я так проиграл? Потому что ты один, а мы команда. Наша игра. Сковородка. Да я на коньках 10 раз прыгну. А я 100 и с закрытыми глазами. Покажи. А катка нет. Будет. Что будет? Каток. Где? В сковородке. Готовьте коньки, спорщики. Фиксики обожают спорт. Фиксики-папы любят тяжелую атлетику, а фиксики-мамы предпочитают гимнастику. Дети устраивают чемпионаты по полетам на фиксибордах или состязаются в паркуре. Это когда нужно бегать, прыгать и перепрыгивать через любые препятствия. Такие соревнования обычно хороши внутри сложных приборов. Там же устраивают и спортивное ориентирование. При помощи карты проходят заковыристый маршрут. И не просто так, а через определенные точки. Ну а самая любимая забава фиксиков – прятки. В этом с ними никто не сравнится. Не верите? Хе-хе, опля! Каток готов! Ну, кто первый? Давай, Нолик! А прыгать кто будет? Ого! Класс! Это все? Нет, не все! Нолик! 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 Не получится! Разгон маленький! Хвостун. А теперь ты, Симка. Смотрите и учитесь, мальчишки. Ого, Нолик, без вариантов. Как всегда, мне помешало. А сама сейчас выиграет. А ты очень хочешь победить? Ага. Видишь соль? Ты хочешь ей посолить? Немножко. Если лед посолить, он растает. Симка, ты обещала кататься с закрытыми глазами. Пожалуйста. Что, слабо? Вот еще. Ну, давай все сначала, только по-честному. Ой, а тут на сковородке царапина. Что? Только не это. На сковороде жарят все подряд. Мясо, рыбу, овощи. Чтобы еда не пригорала, современные сковородки делают с антипригарным покрытием. Например, с сифоном. На них можно готовить даже без масла и мыть легко. Но обращаться с такой посудой надо аккуратно. Не стоит пользоваться металлическими лопатками или вилками. Ведь готовить на сковородке с царапинами нельзя. Это вредно для здоровья. Да, сковородка испорчена. Все из-за вашего спора. Все из-за того, что кто-то жульничал. Мама, Симка, помоги, пожалуйста. Я любое желание выполню. 3, 5 Ладно, помогу. Если вы подпрыгнете на одной ноге 100 раз. Да хоть 200. Дим Димыч, сейчас будем печь блинчики.
чудесные. Отличная сковородка. Ты чего прыгаешь? Ногу тренирую. А ты все равно сто раз не прыгнула бы. Спорим? Сила трения. Да она вообще плохо открывается. Это потому, что дверные петли друг от друга трутся. И что делать? Надо уменьшить трение. Как? Смазать петли. Давай смажу, пока помогатор при мне. Давай. Можно я помогу? Можно. Подержишь помогатор. Трение — это сила, которая мешает одному предмету скользить по поверхности другого. Трущиеся друг от друга предметы быстро изнашиваются. Чтобы уменьшить трение, на поверхность деталей наносят машинное масло или другую смазку. Смазка помогает крутиться шестеренкам часов и колесам автомобилей. Даже лыжи смазывают, чтобы к ним не прилипал снег, и они лучше скользили. Давай, давай, Дим Димыч! Порядок. Проверяй работу. Не скрипит. То-то. Спасибо, я пошел. Куда? С горки кататься. Возьми меня с собой. Не, Нолик, у тебя же нет ни санок, ни даже ледянки. Симка, а может мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично по снегу скользит. А, ну ладно. Подожди меня, Нолик, я тебе приготовлю сюрприз. Ух ты, скользко, как на льду. Приплыли. Не двигайтесь! Я вас сейчас оттуда вытащу. И чем тебе трение мешало? Через 5 минут, чтобы все было чисто. Инженеры все время борются с трением. Пытаются его уменьшить, чтобы их машины ездили быстрее, а детали меньше изнашивались. Но представьте себе, что будет, если сила трения исчезнет вообще. Все начнет выскальзывать из рук и падать со стола. Узлы будут развязываться сами собой. Да что узлы? Машины не смогут ездить без трения. Колеса будут просто прокручиваться на месте, не сцепляясь с дорогой. Даже ходить мы с вами не сможем, потому что при ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли. А как отталкиваться без трения? Никак! Вот, оказывается, какая полезная штука – это сила трения. Кажется, очистили. Только еще пахнет. Нолик, я совсем забыла. Я же тебе приготовила сюрприз. Вот. Что это? Я для тебя ледянку сделала.
Ой, спасибо! Только зачем мне ледянка без снега? Нолли, смотри, что я тебе принес! Что? Снег! Настоящий снег? Да, теперь у тебя будет своя горка! Вот это да! Вот это сюрприз! И никакой смазки не надо! Холодильник. Ну все, с уроками покончено. Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает. Ой, это же моя жевательная резинка. Вот спасибо, Дим Димыч. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю, ее надо заморозить. Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Не хочу в морозилку. Не волнуйся, Нолик, я буду с тобой. Держитесь, это ненадолго. Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит. Симка, а почему в морозилке так холодно, если снаружи тепло? Сейчас объясню. В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому, что в ней пар снова превращается в жидкость и отдает тепло, которое забрал изнутри. Вот так. Эх, сейчас бы туда, где тепло. Все, я пошла за теплыми вещами. А как же я? Жди меня здесь. Дим Димыч, открой! Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Так, признавайся, что случилось. Жизнь Фиксика полна всяких опасностей. В темной морозилке Фиксик может сбиться с пути и замерзнуть. Стоит Фиксику зазеваться, и вот он уже тонет в стиральной машине или в посудомойке. Неосторожный Фиксик всегда рискует получить удар током. А если в приборе случится короткое замыкание и начнется пожар, тут уж только ноги уноси, чтобы не пропасть. А люди... Ведь им вообще дела нет до фиксиков. Любой человек может уронить что-нибудь на фиксика, наступить на него или прищемить дверью. Вовремя не увернешься и... Словом, фиксики, будьте внимательны и осторожны. Берегите себя, фиксики. Ничего не понимаю. Он же был здесь. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Мася, смотри, следы! Нолик! Ты жив! Да чего ж ты меня на
напугал! Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашел холодную трубку и полз по ней, пока она не стала горячей. От тебя дым идет. Тебя нужно срочно охладить. Что? Где? Замерзла, зубы сломаешь. Ты что, ее опять жевать будешь? Нет, конечно, на ней же нолик сидел. А нечему было лепить ее куда попало. Ладно, не обижайся, пойду в ведро выброшу. Смотри, не промахнись. Кормушка. Ага, только грустная. Сейчас я ее распишу. По-моему, ей не смешно. Ой, замерзла, наверное. Да она есть хочет. А может, сделаем для нее кормушку? Ты знаешь, как она делается? Нет, но мы с тобой знаем, кто знает все. Зимой под снегом птичкам очень непросто отыскать себе еду. Поэтому люди приходят им на помощь и делают маленькие домики, куда насыпают корм. Эти домики так и называются – кормушки. Кормушки бывают деревянные, пластиковые, даже из простого пакета от молока или сока. Сделать такой домик своими руками очень просто. Но это только полдела. Главное – не забывать подсыпать туда вовремя корм. Ну что, начнем! Отсыплю. Тебе же не жалко? Жалко! 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 Разве Гриша жадина? Гриша жадина! Надо уметь делиться! Гриша жадина! От тебя не убудет! 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 Ого! Их теперь две! Ешьте! Тут на всех хватит! Гришу жалко! Гришу жалко! Давай его сюда принесем! Гриша, устроим птичий ресторан! Ты зачем птичек прогнал? Мы кормушку для них делали! Улетай отсюда! Ай! Тут голубь наших обижает! А ну, кыш! Кыш! Теперь его не прогонишь! Это мы еще посмотрим! Так тебе и надо! Маленьких обижать нехорошо! А больших обижать хорошо, по-твоему? Голубь же тоже есть хочет! Хочет, хочет! И что? Что? Зимой красиво, но очень холодно. Животные готовятся к этому суровому времени по-разному. Некоторые птицы собираются в стаи и улетают в теплые края, можно сказать, на курорты. Белки, хомяки, бурундуки запасают орехи, грибы, шишки. Не у каждого человека найдутся такие богатые кладовые. А барсуки и медведи сами наедаются с осени впрок и ложатся спать на всю зиму в берлогах и норах. И рыбы тоже спят зимой, только на дне рек и озер.
Лягушки, змеи, даже осы зарываются в землю. А вот у зайцев, лис и волков отрастает пышная шерсть, которая спасает их от морозов. Хотя с едой им приходится туго. Это твоя кормушка, а новая для маленьких. Эй, ты опять за свое? Так бы и сразу. А сюда уже, наверное, никто не вернется. Вот они! Вернулись! Все сыты и довольны. Тырыщ! Тырыщ! Застежка молния. Ой, Нолик, смотри. Что это Дим Димыч в куртке спит? Может, это у него такое домашнее задание? Ага, по физкультуре. Доброе утро! Доброе! Привет! А это что? Это мне вчера купили. Правда, классная куртка. И ты что, всю ночь в ней спал? Ага, вчера померил. Даже снимать не захотелось, так и уснул. Да, с тобой не соскучишься. Ой, кажется, молнию заело. Ну и что? Можно ж куртку не снимать. Тебе все равно в школу идти. А в школе что, прямо так сидеть? Как же я молнию испортил? Спокойно, пока еще не испортил. Застежка молнии – это два ряда мелких крючков, которые продеты в замочек бегунок. В бегунке с одной стороны два входа, а с другой один. Когда мы тянем бегунок вдоль молнии, крючочки прочно зацепляются друг за друга, и из двух рядов получается один. Раз! И молния застегнута. А чтобы ее расстегнуть, бегунок тянут в другую сторону. Тогда крючки просто разъединяются. А у меня вот не разъединяется. И что делать? А что по утрам делают? Зарядку. Ты делай, а я пока подумаю. А мне что делать? И ты делай зарядку. Ты скоро придумаешь? Я уже вспотел. Скоро, скоро. Пойди пока умойся. А можно и мне подумать? А толку? Иди лучше тоже умойся. Ты как, Дим Димыч? Ой, она уже уснула. Что? Она уже уснула. А, понял. Нет, она еще не придумала. Жарко. А ты представь, что ты полярник. Они все делают в куртках. А я буду пингвинчиком. Эй, ты куда? Все, больше не могу. Ладно, сиди смирно. А я посмотрю, что там сломалось. Я знал, что полярники смешная игра. Да нет, это Симка. Ой, щекотно. Не дергайся. А ты не щекотись. Ага. Вот почему бегунок не проходит. Тут нитка в молнии застряла. Потяни бегунок вверх. Тыдыщ. Можешь расстегивать. Фух. Спасибо. Вот она, нитка. В ней вся проблема и была. Надо же! Из-за такой мелочи я весь упарился. В технике мелочей не бывает. В
Помню, лет 60 назад собрали ученые один из первых компьютеров. Большой-пребольшой. Он занимал несколько комнат и состоял из миллиона деталей. Прямо чудо техники. И вдруг это чудо техники бах и ломается. И никто не может понять почему. Не работает компьютер, все. Ученые прямо с ног сбились. А оказалось, что виновата маленькая бабочка. Она влетела внутрь компьютера и застряла между контактами. Из-за этого пустяка электроника вышла из строя, и вся громадная машина сошла с ума. О, как бывает. А вы говорите, мелочь. Тим Димыч, завтрак готов. А ты почему в куртке? Это я в полярников играл. Симка, а чего ты так долго думала? Да так, хотела посмотреть, как Дим Димыч будет в куртке зарядку делать и зубы чистить. Так ты специально? Ну да, а что, уже пошутить нельзя? Большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.